Тренирует Александр Жулин. На мой взгляд, пара очень перспективная, очень красивая. Конечно, тяжело им досталось. Они первый год катаются вместе. Саша, конечно, был очень занят весь сезон. И они много времени проводили одни и сами. Пока вторая серия отличается от первой. Посмотрим по оценкам судей. Но пара очень интересная. Ну, немножко обязательно чуть-чуть на второй серии подламывались у нее голеностопы. Это тоже показатель пара интересная, физики. Очень творческая, да, конечно. Они молодые ребята, очень красивые. Но если Жулина нет, кто-то же она, с ними она, там работает. Она лучше стала кататься. Да? Она лучше стала кататься. Жулин же не один там на катке трудится. Кто-то же его подменяет. Да, у них есть хореограф, который с ними работает. Иногда они приезжают проконсультироваться ко мне. Но я просто вижу, что они очень серьезные ребята и что они очень красивые ребята. Конечно, они катают оригинальные, произвольные. Лучше, чем они катают обязательный танец. Вот я сейчас смотрю. Вот, потому что очень большая разница между первой и второй серией. Но сейчас посмотрим, как оценят судьи. Андрей Максимишин какое-то время и с Яной Хохловой катался когда-то. Было дело. Ну, давно, видимо. Андрею Максимишину можно сказать большое спасибо за турнир Cup of Russia, в котором он выступал в качестве консультанта для нашей телекомпании. Помогал правильно выстраивать картинку. Он вообще очень творческий человек, он очень хорошо рисует. Он сам делает костюмы, делает эскизы костюмов. Он очень любит музыку. И довольно преуспел в этом. Очень интересно компонует музыку. Он катался с такой Олей Орловой, у Светланы Львовны Алексеевой. Сегодня здесь будет выступать и его партнерша тоже, с которой он катался в прошлом году. Так что здесь очень, очень интересно. Настя Платонова. Вообще, Максимишин не катался, по-моему, только у вас. Он у Алексеевой катался, и у Кузьминовича, и у Яковской, и у Горшкова. А вот оценки. 16.92 за технику и 15.94 за компоненты. Итого 32.86. Это на 2 балла меньше, чем у Рублева и Шефер. Это честно. Это честно.